По благословению митрополита Агафангела 7 сентября в наш город прибывает чудотворная икона святителя и чудотворца Николая с города Чернобыль. Это великий образ, который уже бывал в нашем городе. Это образ, который побывал во всех фактически городах и селениях нашей страны. Это образ, которому молятся люди о спасении и даровании мира и благополучия нашей стране. 7 сентября в 14:45 в храм святого великомученика Иоанна Сычавского прибывает образ святителя Николая. В 15:00 начнется вечернее богослужение, во время которого будет служиться акафист святителю и чудотворцу Николаю. В субботу в 8 часов утра божественная литургия, по окончании которой будет служиться также акафист святителю и чудотворцу Николаю. В воскресенье в 8 часов утра божественная литургия, по окончании которой также будет служиться акафист святителю и чудотворцу Николаю. В понедельник 10 сентября в 9:00 в нашем храме будет служиться акафист святителю и чудотворцу Николаю. Во вторник 11 сентября в день памяти усекновения главы Иоанна Крестителя в 8 часов утра божественная литургия, по окончании которой мы отслужим акафист святителю и чудотворцу Николаю. 12 и 13 сентября также в 9 часов утра в нашем храме акафист святителю и чудотворцу Николаю. В пятницу в 9 часов утра на святом источнике акафист святому великомученику Иоанну Сычавскому, в 10 часов утра в нашем храме акафист святителю и чудотворцу Николаю, по окончании которого икона отбудет в Ренийское благочиние. Я приглашаю всех желающих, всех жителей и гостей нашего города, берите своих детей, внуков, берите своих близких и знакомых, дабы мы единым сердцем и едиными усты помолились святителю и чудотворцу Николаю о мире, согласии и благополучии в нашей стране. Я также приглашаю священнослужителей, чтобы они вместе с нами разделили радость пребывания этой святыни в нашем городе. Святителю Отче Николая, моли Бога о нас.